Все персонажи мультфильмов на фестивале детских и юношеских фильмов, который 25 лет подряд проходит на Крокус каникулах, говорят голосом Аджи До. Это позволяет малышам, которые еще не умеют читать, приобщиться к мировой мультипликации. Поучительные приключения двух пластилиново-картонных зайчиков Стип и Блит, шведских мультипликаторов Лотта и Узи Геффенблат, не только точно переведены и актерски озвучены. Неудивительно, Аджи До известная актриса театра и кино, теле- и радиозвезда. Фестиваль проходит на шести площадках – старинном Cartoons, модном Cinema Zuid, нафаршированном зелеными технологиями Eco Hues, культурном центре Дюрн Рикс и центровом Head Palace. Но все дороги фестиваля ведут в замок Стейн. Лангевапер, в древние времена пугающий пьяненьких матросов, приглашает детей и подростков в штаб-квартиру фестиваля. Морской музей перебрался в новый музей на реке Мас, его своды отданы на две недели молодежи Антверпена. На фестивале обширная программа для тех, кому за 13. Спецпрограмма озаглавлена «Cut the Crap» – социальная драма, сахарно-военный патриотизм, сохранение редких животных. Темы серьезны, но не в скучной форме. В уютной атмосфере винтажного кафе с демократичными ценами родители могут отдохнуть, пока дети выбирают, какое из развлечений выбрать. Горячий шоколад настоящий. Настоящая территория детства. Бэкстейдж фестиваля детских и юношеских фильмов проходит в замке Стейн, в старейшем здании города Антверпена с прекрасным видом на Схельде. В этом году юбилей фестиваля, 25 лет со дня рождения. Поэтому программа праздничная, насыщенная хорошим кино, мастер-классами, спецмероприятиями. Они проходят в шести разных кино и театрах. Но центр притяжения – замок Стейн. Это фантастическое место, где есть все для того, чтобы дети и подростки приобщились к удивительному миру кино и мультипликации. Немного из истории анимации, диафильма, жужжит-проектор. Бабушки и дедушки этих детей смотрели на простыне, на стене их детской, красную шапочку и мальчика с пальчика в меняющихся картинках. Эти дети сами могут нарисовать свой диафильм. Свой кукольный фильм о планете Луна может снять каждый ребенок. Камера работает без остановки, и движения лунатика зависят только от юного режиссера. Можно и самим сняться в кино, проверить свою киногеничность. Двадцать 25-й юбилейный выпуск фестиваля достал из архивов лучшее детское кино. Он был создан в 1989 году, чтобы познакомить молодежь с качественным мировым кино, как антидот засилью Диснея с его примитивной анимацией. Фестиваль – это также мастер-классы для детей и подростков, азы анимации и музыка для кино. Все жанры, кроме скучного.